Да. И вот мы после двухдневных поисков нашли этот водопад. Водопад тысячи шелков, Чонглук Стрим. Вот он. Такой воды, конечно, не так много. На видео он смотрелся очень внушительно. Но, может быть, конечно, и на моем фильме будет внушительно смотреться, не знаю. Вот оттуда прыгали. Вот и здесь тоже прыгали. Вот я сейчас пойду испытывать температуру и глубину воды. И потом какие-то проделаю здесь прыжки. Вот, Лариса меня снимет, потом сама тоже. Она снимает. Первопроходимец Паша идет на разведку. Рельеф дна нам совершенно неизвестен. Что рельеф дна? Рельеф дна нам совершенно неизвестен. Да, ну вот он прозрачный, я вижу здесь. Холодная. Два метра. Ага. Без песни колонизации не получится. Настоящий гимн колонизаторов. Ага. Сопки, густая тайга, куда никогда не ступала нога, где царство медведей, лосей и куниц. Ты нужен стране у восточных границ. Нам родина выдаст землицы кусок. И мы переедем на Дальний Восток. И мы переедем на Дальний Восток. Мы все переедем. Пустое забудь, пожитки клади в чемоданы и в путь. От этой миграции пользы полно. В Японию, братцы, прорубим окно. Нам родина выдаст землицы кусок. И мы переедем на Дальний Восток. И мы переедем на Дальний Восток. Мы все переедем. Туманы и белый песок. Давай собирайся на Дальний Восток. Мы все переедем на Дальний Восток. Мы все переедем. Ага. Первый прыжок в водопад тысячи шелков исполняет известный водяной маньяк Павел Максимов. Низко пошел, видать, к дождю. Как оно? Нормально получилось? Да, нормально все. Не загораживали? Нет. Так. Паша пробирается на вон тот уступ и хочет с него прыгнуть рыбкой. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Да, тут прямо такая немножко вот так, да, ага. Поэтому, конечно, откуда все когда вышло, да, так конечно. Хорошо. Есть. Антарктида. Понятно. Ну, хоть ровный прыжок получился? Да, вполне.
Вот так. Ого, водичка. Вот так наш водопад. Камни скользкие еще. Да. Следующий прыжок, третий по счету. Паша решил выжать из этого водопада все, что можно. При температуре воды плюс 13. Видно, да? Видно, видно. Опа. Все хорошо, классно. Получилось? Да. Да. 1012. Да.